ею. Решились мы на ипотеку, по съемным квартирам мы с нею. Устали искать уж ночлегов, скопили начальную сумму. Процентов 15 примерно, остаток мы взяли у кума. Вернем ведь когда-то, наверное, родители наши частично. Деньжат нам подкинули тоже, мы взяли на рынке вторичном однушку с хорошей прихожей. Теперь пахать, пахать, пахать с утра до ночи. Не спать, не жрать, фигачить, стоит мочи. Худеть, худеть, ближайшие лет 20. Потеть, потеть, чтоб с банком рассчитаться. Первый же месяц в квартире ржавые трубы течдали. Под ванной на кухне в сортире мы этого не ожидали. Урежем бюджет без капризов, ремонт нужен нам и соседям, залили которых мы снизу. Живет там боксер дядя Федя. Косяк наш без всякого понта в кредит у соседа исправим. А сами пока без ремонта, как есть, все, наверное, оставим. И вновь пахать, пахать, пахать с утра до ночи. Не спать, не жрать, фигачить, что есть мочи. Худеть, худеть, ближайшие лет 20. Потеть, потеть, чтоб с банком рассчитаться. Тарифы на воду, на газ с отоплением тоже. Спасибо халявный хоть воздух, но банк, если что, нам поможет. Мы в общем счастливые люди, как многие семьи в России. Трудиться без устали будем, чтоб ипотеку осилить. Родить еще надо бы деток, чтоб если мы вдруг не успеем все банку вернуть напоследок, то дети как раз повзрослеют. И пахать, пахать, пахать с утра до ночи. Не спать, не жрать, фигачить, что есть мочи. Худеть, худеть, ближайшие лет 20. Потеть, потеть, чтоб с банком рассчитаться.